Peggy 18. Все люди. Каждый из нас человек. Так не может продолжаться. Хватит несправедливости. Растущее количество терактов подчеркивает исходящую от измененных граждан опасность. Когда-то я думал, что могу спасти мир. И вот что из этого вышло. Порой бывает, нужно отпустить прошлое и принять то, кем ты стал. Они годами трудились в тайне, определяя будущее, распоряжаясь жизнями, управляя информацией. Пока не играют в свою игру, невинные гибнут. Мы не будем больше сидеть сложа руки. И не позволим лишать нас прав и держать в страхе и невежестве. Мы не позволим загнать себя в гетто и обращаться с нами как с изгоями. Мы готовы пойти на крайние меры. Мир изменился. Прежние правила больше не действуют. Слишком много боли. Слишком много лжи. Их тьме пора положить конец. Это борьба, и твоя тоже, брат. Золотой век не наступит. Я не допущу этого.